Телеканал Smile HD представляет. Red Bull Studio представляет. Итак, учителей, скоро весна пришла, скоро окончание учебного года. Это значит, что все равно должны подготовиться. Поэтому сегодня на 2 дня у нас будет контрольная. Кто там? Я господин директор, Геннадий Петрович. Да кто-то все стены измазал в туалет. Чем директор? Чем-чем, печеньем чем. Говном, конечно же. Смайлик в кино. 1. Школьный хулиган. Так, ребята, ну-ка признавайтесь. Кто был в туалете? Я вообще дома покакал. Ну что все. Я вообще дома покакала вечером. А я какать не умею. Просто вечером не умею какать. Ну-ка, пришелец, ты только что побыл в туалете? Извините, я пошутил. В буфетике был. Геннадий Петрович! Да кто тут все стены измазал в буфетик? Чем? Чем-чем? Шалатом! Я, ребята, обед готовила на шалат. Я посмотрю, и кто-то рис расплескал в шалат на стене. Ну-ка, ребята, признавайтесь, кто набедокурил? Я вообще-то дома покушала. А я кушать не умею, просто дома. Ну-ка, пришелец, ты что, побыл в буфете? Я помогаю полбы. Геннадий Петрович! Да что за проходной базар? Да кто-то грязное ведро на стенке расплескал. Чем? Чем-чем? Грязным ведром. Уборщица убралась, все просто. И кто-то грязное ведро по стенкам расплескал. Так, ребята, кажется, в школе завелся хулиган. Придется полицию вызывать. Да, здравствуйте, Геннадий Петрович. Вызывали? Да, товарищ офицер. Ну, у нас тут хулиган. Кто-то по стенкам расплескает. Да, Геннадий Петрович, знакомая ситуация. У нас кто-то майонез в участке по стене размазал. Смотрим, мама пришельца. Новости. Смотрим, папа пришельца. Новости Смайл Сити. Кто-то по стенкам размазывает. Появился в школе хулиган. Родители, будьте внимательны. Вот видите, ребята, пришелец папа и мама пришельца смотрели новости. Нам поможет экстрасенс полицейский. Майор Носиков, вызываю вас, пожалуйста. Здравствуйте, майор Носиков прибыл из участка. Мы ищем опасного хулигана. Проверьте тут всех. Хорошо, офицер, товарищ. Сейчас проверим, что тут у нас. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Так, что-то не чувствую. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Ага, попался пришелец. А что я сделал беспреданного? Какие попался? Я же ничего не сделал. Ничего не знаю. У меня приказ. Геннадий Петрович, скажите офицеру. Хорошо. Товарищ офицер, отведите его в тюрьму, пришельца. Пусть немножко сидит и подумает над своим поведением. Ну хорошо, Геннадий Петрович. Ну что, пойдем, пришелец? Святые котлеты, дурдом какой-то. Ура, теперь можно пришельца не встречать. Пришельца на помощь звать не будем, ура. 60 минут спустя. Тут посиди, пожалуйста. Может, туман. Не по делу. Хорошо. Лиза, я тебя очень люблю. Я тебя очень люблю. Конец.
был студия продакшн.